свободно. Доступ. Могу руку, если не убьет, током засунуть. Могу автомат щелкнуть. Вот. Что мешает любому подойти, отключить вообще прибор учета? На улице Матросова приборы учета на опорах появились недавно. Для их установки, по словам местных жителей, несколько дней отключали свет на всей улице. На вопрос, что происходит, электрики отвечали кратко: выносим счетчики. На каком основании поставили новые приборы учета, причем не предупредив даже граждан? Ответ звонила я в саму «Алтайэнерго», не получила ответа. С главным инженером разговаривала, мне сказали, что новый закон. Попытки самостоятельно выяснить, что именно происходит и что не так с фасадными счетчиками, превратились в затянувшуюся переписку с прокуратурой и Роспотребнадзором. Ответов на свои вопросы люди так и не получили. Мы слово, термин «вынос», мы не производим вынос прибора учета. Прибор учета потребителя, он как был, так он и есть, находится на сегодняшний день у кого-то в домах, у кого-то находится на фасадах установлены. В данном районе есть и в домах, и на фасадах есть. Соответственно, здесь будем индивидуально прорабатывать по каждому абоненту, смотреть, то есть какие приборы учета установлены, соответственно, где-то будет приниматься прибор учета как контрольный, то есть для контроля потребления электроэнергии, а где-то будет он переводиться на расчет. То есть здесь уже индивидуально по каждому адресу будем смотреть. Волнение жителей вызвано еще и тем, что располагаются приборы учета в свободном доступе, и их могут повредить. Очевидно, что эти опасения появились из-за недостатка информации. Они очень остроумно отреагировали. Я говорю: мальчишки, вы что делаете? Это же нарушенные счетчики. Ребенок бросит вот так вот палочку или камушек. Я показываю. Вот. И все, и счетчика нет. Это же смешно. Мы что должны делать? Вот вы установили, а мы что должны делать? А вы должны охранять, мне ответили ребята. И если это будет разбит счетчик, я говорю, здесь проходной двор летом, тогда будете платить. Я говорю, ладно, я брошу клич по всему переулку, вынесем диваны с койками и будем по ночам спать, охранять эти счетчики. Засмеялись, ха-ха-ха, ха-ха-ха, и пошли. Установкой прибора учета на опорах энергопредприятие занимается уже несколько лет. Из 29 тысяч учетных точек в частном секторе города современными счетчиками оборудованы уже 20 тысяч. За это время разбиты были всего два прибора учета, причем уничтожили их сами же потребители, пытаясь скрыть уведенные налево киловатты. Индивидуально, конечно, подходим к потребителю, то есть наши двери всегда открыты. Пожалуйста, потребитель приходит, пишет заявление, мы рассматриваем, смотрим причины, почему. Если реально он переживает, что возможно какие-то случаи вандализма к его счету, да, мы устанавливаем такие щиты. Есть такие прецеденты, где мы устанавливали, по улице Сибирской были такие прецеденты, мы устанавливали железные щиты с запирающим устройством. Инцидент на улице Матросова кажется исчерпан, но нет гарантии, что подобная ситуация не возникнет на других улицах. Видимо, разъяснительную работу энергетикам среди своих потребителей все-таки желательно проводить до начала работ, а не после. Марина Волкова, Андрей Сигаев, «Будни».